Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. I was just in the Memorial for Bhakti Sharana Shanta Maharaj. Я только что был на программе, посвященной памяти Бхакти Шарана Шанты Махараджа. And I was reflecting on my last visit here. И вспоминал свою последнюю поездку сюда. I think it was Advaita Acharya's appearance day. По-моему, был день явления Адвайты Ачарьи. But yeah, it was. I gave class at Advaita Acharya's. Да, это был день явления Адвайты Ачарьи, я давал лекцию. I had been in Budapest and I was contacted that Shanta Maharaj's health was declining. До этого я был в Будапеште, и мне сообщили, что здоровье Шанты Махараджа ухудшается. So I took a flight to Kaunas to Warsaw to come and visit. Поэтому я купил билет в Каунас, чтобы навестить его. And the whole time Shanta Maharaj just chanted japa. И все время, пока я был с ним, Шанта Махарадж просто повторял джапу. You were there, right? Ты был там тоже, да? У него была все время рука в мешочке. Я помню, он всегда повторял. Но он вышел на улицу и сидел на крыльце, в кресле. Я помню, что он был все время в горизонтальном положении. Нет, он сидел, когда я приезжал. Нет, он вышел и сидел на крыльце вместе со мной. Я имею в виду, это было уже позже. Но ты тоже был там, когда я приезжал. Я был там? Да, я помню, 100%. Я не помню. He always had his hand in his bead bag. У него была всегда рука в мешочке. And I was very impressed by that. Меня это очень впечатлило. More impressed by the fact that he was chanting too. Еще больше меня впечатлило, что он воспевал также. Not just his hand in his bead bag. Не просто держал руку в мешочке. Sometimes devotees they can put their hands in their bead bag. Бывают преданные помещают руку в мешочек с четками. But they can forget the other part. При этом забывая вторую часть. They make everybody think I'm chanting. И все думают, что они повторяют. Поэтому они думают, всегда буду держать руку в мешочке. Но Шанта Махарадж был Киртания Сада Хари. И это было, наверное, самым ярким для меня опытом за весь мой приезд, потому что он уже к тому времени особо не общался. It reminds me of a story. It's been a long time since I've told it. Это напоминает мне об истории, которую я уже давно не рассказывал. But somehow it just flashed into my mind, so I thought I'd share it for those who haven't heard it. Она только что всплыла в моей памяти, поэтому
Я, наверное, расскажу ее для тех, кто ее еще не слышал. У меня была духовная сестра, ее звали Матушка Иша. Она была старше, чем все мы. Она присоединилась к движению, когда ей было где-то 50 с чем-то. Нам всем было по 20. Она нам была как мать. И она тоже всегда повторяла святые имена. Она жила на определенном расстоянии от бостонского храма. Но приезжала каждое воскресенье на воскресную программу. Ей было 50 в 1970-е. Поэтому в то время, о котором я сейчас рассказываю, ей было уже за 80. To quote a woman who met her in the nursing home where she was in when she was after she had a stroke. Вспоминаются слова женщины, которая встретила ее в больнице, когда у нее был инсульт. She had a stroke when she was about 90. У нее был инсульт, когда ей было около 90. And from her stroke, she lost her memory. Из-за инсульта она потеряла память. But the only thing she could remember was Hare Krishna mantra. Но единственное, что она помнила, это Hare Krishna mantra. And Jai Prabhupada. И Jai Prabhupada. And the woman who met her in the nursing home where she was. И женщина, медсестра, которая познакомилась с ней в больнице. Она спросила меня, вы здесь, чтобы навестить Эдиту? Потому что ее знали там под этим именем, хотя ее звали Иша. Нет, спасибо. Мои ноги настолько длинные, что все, что поднимает их еще выше, делает неудобно сидеть. Я сказал да, я пришел тогда в Дхоти. Она улыбнулась, о, это женщина. She's a live wire. Она просто придает нам всем жизни. I said, really? Why do you say that? Я сказал, правда? Почему вы так говорите? She said, every Friday, musicians come to play old songs from the 1920s. Она сказала, каждую пятницу к нам приходят музыканты, чтобы играть старые песни из 1920-х. Но она поет эту песню о Кришне. And she's so enthusiastic that we have to sing with her. И она поет с таким энтузиазмом, что нам приходится петь вместе с ней эту песню о Кришне. She said, "Yeah, Hare Krishna." Я спросила песню о Кришне, она сказала, да, песня о Кришне, и стала сама ее напевать. Все, что она делает, это поет эту песню. That was Mother Isha. Вот такой была Матушка Иша. Wherever she would go, even though she was before she had a stroke. Куда бы она ни отправилась, даже до того, как у нее был инсульт. She always had mantra cards with her and books. У нее всегда были с собой карточки с махамантрой и книги. And she would come 100 miles to the temple. Она ездила до храма 1000 миль. Every Sunday. Каждое воскресенье. And she would distribute mantra cards and books on the bus on the way. И распространяла карточки с махамантрой и книги в автобусе по дороге. She came to the temple. She would immediately take a shower and she'd go down in the kitchen and she'd make sweet balls for the Sunday feast.
И приезжая в храм, она сразу же принимала омовение, спускалась на кухню и делала сладкие шарики для воскресного пира. She was always sewing for the devotees. И она всегда шила для преданных. And for the deities. И также для божеств. She would sew handkerchiefs for the deities. Она шила платочки для божеств. And she would sew Prabhupada hats for the brahmacharis. И она шила шапочки, как у Прабхупады, для брахмачари. И также мешочки для чёток, она нам их давала. And then after going to the kitchen and making the sweet balls, she'd come up to the pujari room and she'd iron deity paraphernalia. И сделав сладкие шарики, она поднималась в пуджарскую и начинала гладить параферналии божеств. And she'd go into the Sunday feast. Потом она приходила на воскресный пир. She would just preach. И просто проповедовала. And she had this most amazing way of preaching. И у нее была совершенно удивительная манера проповеди. She just approached people with the mantra card and said, "Can you sing this?" Она просто подходила к людям с карточкой махамантры и просила их, могли бы вот это спеть. She had the new people coming to the Sunday program just eating out of her hand. И новые люди, которые приходили на воскресную программу, просто можно сказать, ели у нее с рук. Ели для нее. Потому что она была пожилой женщиной, все очень сильно ее уважали. И она знала, как этим правильно пользоваться. Она даже не ела просад. Единственное, что она делала, это всю воскресную программу проповедовала. Take a little plate of prasadam, and she would get on the bus, and she would go back. И в конце воскресной программы она прочитала небольшую тарелку просада и уезжала обратно на автобусе. The way that I found out that she had a stroke was one woman. И как я узнал, что у нее был инсульт, одна женщина. One woman had called the temple. Одна женщина позвонила в храм. And she was looking for somebody who knew Isha. Она искала кого-то, кто знал Ишу. And this woman, she had worked in a health food store. Эта женщина работала в магазине здорового питания. Health food store? Yeah. And Isha used to go into the health food store always to buy her food. Иша всегда приходила в этот магазин здорового питания за продуктами. The same woman was working in the health food store every time she would come. И каждый раз, когда она приходила в магазин, там работала одна и та же женщина. And Isha would go up to her, show the mantra card. И Иша подходила к ней, показывала карточку с махамантрой. Have you heard of Hare Krishna before? А вы слышали о Харе Кришне раньше? No, says, will you sing this with me? Нет. А могли бы спеть это для меня вместе со мной? She taught her how to sing Hare Krishna. И она научила ее петь Харе Кришна. And the woman fell in love with Mother Isha. И эта женщина просто влюбилась в матушку Ишу. Completely being captivated by her. Была полностью поражена ей, очарована. И эта женщина решила, что будет все покупки совершать сама для матушки Иши, чтобы ей не приходилось приходить в магазин. И она сказала Ише, почему бы вам не позволить мне помогать вам? Her visits to the health food store. Это все было результатом просто того, как она приходила в этот магазин. So not only would she bring her food from the health food store. Эта женщина стала не только приносить еду. But she would go to the supermarket and buy everything that Isha needed for cooking. Но также она ходила в обычный супермаркет и покупала для Иши все остальное, в чем она нуждалась. And this way she was doing this for many, many months. Таким образом, она помогала ей много-много месяцев. And one day, she walked into the building where Isha was living, and she found Isha lying on the floor. И однажды она вошла в здание, где жила Иша, и увидела, что она лежит на полу. That was at the bottom of the stairs. У подножия лестницы. She had her hand in her bead bag. Ее рука была в мешочке с четками. Beads were on her hand. Четки были в руке.
And she had a stroke. А у нее был инсульт. And so she immediately called an ambulance. И она сразу же вызвала скорую. And brought her to the hospital. Привезла ее в больницу. And they had to do whatever they do, reanimation. И им пришлось сделать, что они в этих случаях делают, реанимацию. And she was okay, but she had lost her memory. She forgot how to do everything. И она была в порядке, но она полностью забыла все, потеряла полностью память, забыла, как делать все, что бы то ни было. Им пришлось учить ее одеваться, учить есть. And, teach her everything for many, many months of rehabilitation. Им пришлось очень много месяцев реабилитации учить ее делать the, все, the, что она забыла. The woman was taking care of Israel for quite some time. И эта женщина заботилась об Ише довольно долгое время. And then one day she realized, oh, wait a minute, there must be some other people who know her. И в какой-то момент она поняла, подождите минутку, наверняка есть другие люди, которые знают ее, потому что она не знала, что Иша была связана с храмом. Она просто знала, что Иша жила в своем городке, приходила, заходила в магазин и говорила о Кришне. И вот однажды эта женщина провела такое расследование и узнала, что в Бостоне есть храм. Она позвонила туда. Конечно, никто не поднял трубку. Это главная проблема бостонского храма. Никто никогда не берет трубки. Это традиция. Она оставила сообщение. Я звоню по поводу женщины по имени Иша. Maybe you know who she is? Может быть, вы знаете, кто она такая? Я каждый день с ней. She had a stroke, she lost her memory. У нее был инсульт, она потеряла память. And she left a message on the answering machine. И она оставила на автоответчике вот такое сообщение. I was overseas at the time. Я был за границей в то время. When I found out the message was left there. Но когда я узнал, что это сообщение было оставлено. Я сказал преданным, немедленно позвоните и узнайте, где она. Они узнали, что она была в больнице реабилитации. So the next time I arrived in America, in Boston, I immediately, first thing that was on my list to do was to visit Mahesh. И по приезду в Америку я первым делом поехал навестить матушку Ишу. Нужно понимать, матушка Иша для меня как шикша-гуру. Эта женщина никогда не говорила чепухи. Я знал ее 40 лет. Две вещи, которые я никогда не слышал из ее уст. Я никогда не слышал чепухи. Я никогда не слышала никаких жалоб. Ни разу. Никогда не жаловалась ни о чем. Ее любимая фраза, когда она проповедовала, и она иногда мне ее тоже говорила. Знаете, Ниранджан Махарадж, Кришна может все. That's how she was. She was just so enthusiastic. Krishna can do anything. Вот такой она была, очень энтузиастичной. Кришна может все. Because sometimes she would come in, she would see me, and I would tell her about some things that are happening in the temple. She said, "Oh, Krishna can do anything." Иногда она приходила навещать меня и рассказывала ей, что происходит в храме. Она говорила: "О, Кришна может все." Она вот так меня проповедовала. And she was just, anyways. Она была очень. So I went to see her. В общем, я приехал навестить ее. And when I came in to see her, it looks like she remembered me. И когда я зашел, чтобы навестить ее, похоже, она вспомнила меня. У нее была широкая улыбка. And the first thing she said is, "Jai Srila Prabhupada." И первое, что она сказала, было "Jai Srila Prabhupada."
And then we talked. I went with one other devotee, a disciple of mine, who also do Misha well. Мы с ней говорили. Я приехал туда с еще одним преданным моим учеником, который тоже очень хорошо ее знал. Actually, no. This, I'm sorry. That was the second time. На самом деле, я извиняюсь. Это был второй раз, когда я приехал. Первый раз, когда я приехал. She had been. She was going through rehabilitation. Она проходила реабилитацию. And I met her outside her room. Я встретил ее снаружи ее комнаты. After her rehabilitation, she was brought to the table. Ее посадили за стол после реабилитации. And she sat down at the table, and there were, I think, about three of us there. Она сидела за столом, и нас было трое. There was the woman Sandy, who had been with Isha all along. Там была эта женщина Сэнди, которая была с Ишей все это время. In fact, her husband was even thinking about leaving her because she spent more time with Isha than she did with the family. На самом деле, ее муж к тому времени уже хотел уйти от нее, потому что она проводила времени с Ишей больше, чем со своей семьей. I asked Sandy, her name was Sandy. Я даже спросил Сэнди. I said, Sandy, did Isha make you a devotee? Сэнди, вас Иша сделала преданной? And Sandy says, I don't know what a devotee is. И Сэнди сказал, я не знаю, кто такой преданный. She said, but if it's somebody who loves Isha, then I'm a devotee. Но если это кто-то, кто любит Ишу, то тогда я преданная. That was her answer. Вот такой был ее ответ. Она понятия не имела, что значит преданный. So I was sitting at the table. И я сидел за столом. And the nurse who was trying to help her get her memory back. И медсестра, которая пыталась помочь Ише восстановить память, она задавала ей различные вопросы. Where are you from? Идита, откуда вы? And she just would sit there, and you could tell she was thinking really hard. И она сидела и очень крепко думала об этом. And she said, Vrindavan. И она ответила, Vrindavan. And of course the nurse had no idea what she was saying. И, конечно, медсестра понятия не имела, что она говорит. She said, where? Она спросила, откуда? Vrindavan. Из Вриндавана. And the nurse said, Chicago. И медсестра спросила, из Чикаго? He said, no. Нет. Vrindavan. Из Вриндавана. But that's all she could say at that particular. Это единственное, что она могла тогда сказать. Она также помнила Вриндаван. So much I was thinking, boy, you can imagine having your whole memory of everything in the material world taken away, and the only thing you remember is Vrindavan, Shiva Prabhupada, and Hare Krishna. Я в этот момент как раз думал, о, Господи, только представьте, у вас вся память пропала, и единственное, что вы помните, это Вриндаван, Шрила Прабхупада и Харе Кришна мантра. Inspired. Я был очень вдохновлен. I could see how Krishna was protecting her. Я видел своими глазами, как Кришна защищала ее. Then she came up with something else too, because her memory was starting to come back a little bit. Но затем постепенно ее память восстанавливалась, и она еще что-то сказала. And another nurse who was taking care of her had come over. Другая медсестра подошла, которая тоже о ней заботилась. Isha looked up and said to the nurse. Иша взглянула на эту медсестру и сказала, Do you eat meat? Ты ешь мясо? And the nurse was just totally... И медсестра была повержена. Taken aback. She didn't know. Она не знала, что ответить. Стушевалась. So she said, well, I do eat a lot of vegetables. Она сказала, ну, я овощей тоже много ем. Do you eat meat? Ты ешь мясо? Она боялась, она не знала, что сказать, боялась сказать да. Sandy, who was the girl who had been taking care of Isha all the time. И Сэнди, девушка, которая помогала Ише все это время. Sandy, she just immediately started clapping. Сэнди сразу же. She said, "That's the Isha I know." Начала хлопать в ладоши. Вот Иша, которую я знаю. Вот Иша, которую я знаю. She was getting so excited because she was thinking that Isha's memory is coming back. Она была очень счастлива, что память Иши на глазах восстанавливается. So
And then another time, the second time we visited her. И в другой раз, в следующий раз, когда мы навестили ее, она не сказала много больше. The second time we visited her, she just looked up and there was another devotee, Yumila Jivana, who was with me. Она просто посмотрела на еще одного преданного, ему на Дживана его звали, который приехал со мной тоже. Ниша взглянула на него and she was staring at his big bag. И уставилась на его мешочек с щетками. И Муна Дживана немножко испугался того, что она глаз не сводила с его мешочка с четками. They broke, and she didn't have her beads. Что произошло, это то, что когда Иша упала, и у нее был инсульт, четки ее порвались, и у нее больше их не было. Looking at his bead bag, and he started to think, maybe she wants my beads. Она продолжала смотреть на его мешочек с четками, и он спросил, может быть, она хочет мои четки. И он вынул руку из мешочка с четками и подал их матушке Иши. Иша выглядела так, как будто бы она встретила вновь своего самого лучшего друга. Она взяла эти четки, поклонялась им. Она прижала их к груди. И сразу же поместила руку в мешочек. Единственное, что она делала до самого конца, пока мы не ушли, это повторяла джапу. Ну, такой была матушка Иша. Я могу много о ней рассказывать. Я уже давно не рассказывал эту историю. Поэтому, наверное, я забываю какие-то детали. Есть святые в движении сознания Кришны. Есть святые. Just so attached to chanting Krishna's names. Преданные, которые настолько привязаны к повторению святых имен Кришны. Manifest such saintly qualities. Преданные, которые проявляют такие возвышенные качества. Lord Chaitanya said, "I will personally deliver anyone who chants my name and doesn't criticize any living being." Господь Чайтанья заявил, я лично освобожу каждого, кто будет воспевать мои святые имена и никого не будет критиковать. Он провозглашает это в Чайтанья Бхагавате. Господь Чайтанья готов лично освободить каждого. И есть преданные, которые привязаны к воспеванию и к тому, чтобы говорить другим о воспевании. Serving the holy name. Служению святому имени. In giving the holy name to others. И тому, чтобы давать святое имя другим. We tried to get her out. They put her in a nursing home because she had a niece who wouldn't let us take her. Мы пытались забрать ее из этой больницы, но у нее была также племянница, которая не позволяла нам это делать. She would want to live with the others. Я знаю, что она бы хотела жить с преданными. And I tried to make an arrangement, so because I know she had some money. Я not a lot. Пытался устроить все таким образом. Я знал, что у нее были деньги, не очень много. She had told me when she came to the temple. Однажды, когда она приходила в храм навестить меня, она мне сказала. She said to me, "Niranjan Maharaj, I want to put your name in my will. Will you accept?" Она сказала, "Ниранджана Махарадж, я хочу поместить ваше имя в свое завещание. Вы примете это?" Когда я оставлю свое тело, я хочу оставить все, что у меня есть вам. Я не знал, сколько там было. Я не интересовался этим. Потому что все, что там было, было использовано для нее же, когда у нее был инсульт. I was thinking that maybe we could arrange for her to stay in a community like this. Но я знал, что у нее были какие-то деньги, и подумал, что может быть мы можем устроить так, чтобы она жила в общине, вот как это. She had a niece who was not very favorable to devotees. Но у нее была племянница, которая не очень хорошо относилась к преданным. She wouldn't let us take her.
И она не позволила нам забрать ее в общину преданных. Поэтому она осталась жить в доме престарелых до примерно 95. И преданные приходили, навещали ее регулярно, приносили прасад. И она проповедовала каждую пятницу, она всех вдохновляла петь песню Кришны. И с кем бы я ни говорил в этой больнице, они говорили, что очень любили эту женщину. Они говорили, у нас никогда не было таких пациентов, настолько простых и настолько счастливых. So, there's a great benefit to begin. Able to associate with devotees who have such attachment to the holy name. Огромное благо иметь возможность общаться с такими преданными, у которых есть такая привязанность к святому имени. And that's what I saw when I came here that time when I saw the same thing with Shanta Maharaj. He had his hand in his big bag. И то же самое я увидел, встретив здесь Шанту Махараджу. У него рука была в мешочке. And even if he didn't have the strength, he was still chanting. И несмотря на то, что у него было не очень много сил, он все равно воспевал. И нет лучшего способа, Антакали Чамамива. Тот, кто думает обо мне в момент смерти, он достигает моей природы. Just this morning in class we were given the example. Как раз сегодня утром на лекции мы приводили пример. Что даже если в силу обстоятельств преданный забывает о Кришне, Кришна не забывает его. Те, кто все время прилагает усилия, чтобы помнить о нем, Кришна говорит, что он оставляет то, что у них есть, и дает им то, чего им не достает. Кришна никогда не допустит, чтобы его преданные забыли его. Есть стих в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Постараюсь найти его. Я вообще собирался читать Чайтанья Чаритамриту, но так или иначе. Я так или иначе подумал об этом стихе. Десятая песня. Вторая глава, 33 стих. Этот стих произносит полубоги. Lord, когда полубоги возносили молитвы Господу, они молились: «О Мадхава, Верховная Личность Бога, Повелитель Богини Процветания, если девоты completely in love with you, sometimes fall from the path of devotion. Даже если преданные, исполненные любви к тебе, иногда сходят с пути преданного служения, they do not fall like non-devotees. Они падают не так, как непреданные. For you still protect them. Ибо ты все равно защищаешь их. Thus they fearlessly traverse the heads of their opponents. Благодаря этому они бесстрашно шествуют по головам своих противников. Oh, you're reading from the English? А, ты читаешь с английского? And continue to progress in devotional service. И продолжаю совершенствоваться в преданном служении. So, in this verse, the demigods are praying in this way. И в этом стихе полубоги молятся таким образом. That if devotees are completely in love with you, they sometimes fall. Преданные, исполненные любви к тебе, иногда они падают. You don't forget them. Даже если они падают, ты не забываешь их. They don't fall like non-devotees. Они не падают, как падают непреданные. You still protect them. Потому что ты все равно защищаешь их.
Prabhupada says in the purport. Prabhupada говорит в комментарии. Devotees generally do not fall down. Преданные, как правило, не падают. Of course he's talking about devotees. Конечно же, он говорит о преданных. There are many who are devotees, Vaishnava Praya, aspiring devotees. Многие преданные — это Вайшнава Прая, то есть кандидаты в преданные. Почти преданные. But Prabhupada speaking about generally devotees, those who come to the path of devotional service, но он говорит о преданных, которые уже пришли к преданности Сатам Прасанга Мамавирья Самвидо. Те, кто действительно привязаны к Кришне, как правило, они не падают. And begin real devotional service because of their attachment to Krishna. И те, кто из-за своей привязанности к Кришне начинают преданное служение, они, как правило, не падают. But if circumstantially they do, но если такое и случается в силу обстоятельств, because of their strong attachment to Him, gives them protection in all circumstances. Господь, зная, как сильно они привязаны к Нему, защищает их при любых обстоятельствах. So Prabhupada is speaking about this point because they have a strong attachment to Krishna. Prabhupada говорит здесь об этом, поскольку у них сильная привязанность к Кришне. This is Shraddha Bhaktira Anukramishyati. Это Shraddha Bhaktira Anukramishyati. This is from the Srimad Bhagavatam. Это стих из Шримад Бхагаватам. Which says that in the association of devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Lord become very pleasing to the ear and to the heart. В котором говорится, что в обществе преданных обсуждение игр и деяний Господа становятся очень сладкими для ушей и для сердца. As they begin to traverse along that path, и по мере продвижения на этом пути, then gradually they become detached from material things. Постепенно преданные теряют привязанность к материальным вещам. And they become attached to Krishna. И привязываются к Кришне. Then real devotion and devotional service can begin. И тогда настоящая преданность, настоящее преданное служение могут начаться, когда они привязываются к Кришне. This verse says, from Shraddha all the way to prema, bhakti to prema. The best way to become attached to Krishna is by hearing about Him and His pure names. По сути, здесь говорится, что на любой стадии от Шрадхи до Премы лучший способ привязаться к Кришне – это слушать о Нем и о Его преданных. This is how to become attached. Вот как привязаться к Нему. Shraddha, Rati, Bhakti. From Shraddha to Bhakti, to Rati, to Bhava, to Prema. От Шрадхи до Рати, до Бхавы и до Премы. На каждой стадии человек должен быть привязан к слушанию о Кришне и Его чистых преданных. By developing an attachment to hearing about Krishna and His pure devotees, one's attachment to Krishna will only increase more and more. И развивая в себе привязанность слушать о Кришне и Его чистых преданных, человек будет обретать лишь больше и больше привязанности к Кришне. Итак, зная, как сильно они привязаны к Нему, Господь защищает их при любых обстоятельствах. Thus, even if devotees fall down, they are still strong enough to traverse the heads of their enemies. Поэтому, даже если преданные падают, они все равно обладают достаточной силой, чтобы шествовать по головам своих врагов. Конечно, как правило, у преданных нет никаких врагов. Прабхупада говорит об этом в комментарии к одному из стихов с учения Капила Девы. Титикшава Курунака Суридан Сабадеви Намаджата Шатава Садва Сарва Сарабушана. Титикшава Каруника, преданные, смиренные. Каруника, they are very compassionate to others. Они Каруника, очень сострадательны к другим. Symptoms of a sadhu is that he is tolerant, merciful, friendly towards all living beings. Качество саду — это то, что он терпимый, милостивый и дружелюбный ко всем живым существам. He has no enemies. У него нет врагов.
And all his qualities are sublime. И все его качества в высшей степени превосходны. Sadubhushana means that these are the ornaments of a sadhu. Sadubhushana означает, что таковы украшения садху. Sometimes we think that opulence comes in the form of wealth. Иногда мы можем думать, что нашим украшением будет материальное богатство. But these are the opulences of a devotee. Но вот богатство преданного. Opulence of sadubhushana, the ornaments found in the behavior of the devotee. Это богатство sadubhushana, это украшение, которое можно видеть в поведении преданного. Преданный терпелив. Very merciful. Очень сострадательный. Friendly towards all living beings. Дружелюбен ко всем живым существам. There's no enemies. У него нет врагов. And all those characteristics are sublime. И все его качества в высшей степени превосходны. We see that the behavior of a sadhu will never have any enemies by his provocation. Шрила Прабхупада объясняет, что у саду никогда не может быть врагов, которых он сделал сам. Другими словами, саду никогда не сделает ничего, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к себе. Прабхупада объясняет, что саду никогда так не поступает. Саду — это тот, кто следует наставлениям Господа Чайтанья. И он уважает всех живых существ. И уважать других живых существ означает никогда не делать ничего нарочно, что причинило бы им вред. Поэтому саду никогда никого не провоцирует стать его врагом. Прабхупада говорит, что иногда мы видим, что даже в жизни саду there are people who think that the sadhus are their enemies. Но Прабхупада объясняет, иногда бывает так, что встречаются люди, которые считают себя врагом саду. It's never because of the provocation of the sadhu. Но Прабхупада объясняет, это никогда не происходит из-за провокации саду. Причина этому лишь зависть в сердце того, кто считает себя врагом саду. Прабхупада конкретным образом отмечает это в учениях Капиладева. Мы часто цитируем стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где Шрила Джива Госвами также дает определение неуважению. He says respect means to never willfully cause pain. Он говорит, что уважение означает никогда осознанно не причинять боли. Disrespect is to willfully cause some pain in the heart of somebody. А неуважение означает осознанно специально причинять кому-то боль. Verse quoted by Krishna himself in his instructions to Uddhava. И там приводится стих самого Кришны из его наставлений Удхаве, который использует Шрила Джива Госвами, чтобы дать определение неуважению. Он говорит, что острые стрелы, которые вонзаются в самое сердце, не приносят такой боли, как стрелы оскорбительных слов материалиста, which enter the heart and become lodged in the heart. Которые пронзают сердце и застревают там. He said, such insults are more painful than sharp arrows that pierce the chest that approach the heart. Он говорит, что такие оскорбления, оскорбительные слова приносят больше боли, чем даже сами стрелы. Because the insults of a materialistic person are meant to cause pain. Потому что эти оскорбительные слова специально сказанное материалистом, чтобы причинить боль. Therefore, Jiva Goswami uses that verse as a definition of disrespect. Поэтому Шрила Джива Госвами использует этот стих, чтобы дать определение неуважению. We often give the example of Mrigari, the hunter. Мы часто приводим пример охотника Мригари. Why did Narada Muni preach to him? Почему Нарада Муни стал проповедовать ему? По той же самой причине. Because Mrigari, the hunter,
Потому что охотник Мригари получал удовольствие от того, что причинял боль живым существам. Это история из Чайтаньи Чаритамриты. Охотник Мригари убивал животных наполовину. Простите, забыл выключить звук. Он подстреливал животных и оставлял их лежать полумертвыми. И когда Нарада увидел, что эти животные лежат полуживые, полумертвые, он хотел найти того, кто причиняет им эту боль. И увидел Мригари, который стоял за деревом. Он подошел к нему и спросил: «Это ты несешь ответственность за убийство этих животных, которые лежат полумертвыми?» Он сказал: «Да, меня зовут Мригари. Я научился этому у своего отца, когда был еще мальчиком. Я черпаю огромное удовольствие от убийства животных». И Нарада Муни сказал: «По своей природе ты охотник. У меня есть одна просьба к тебе». Мригари сказал: «Тебе дать шкур животных?» «Нет, шкуры мне не нужны. У меня есть другая просьба». «Я прошу тебя, по природе своей ты охотник, просто убивай животных, зачем убивать их наполовину? Если ты оставляешь их лежать полумертвыми, это значит, что ты осознанно причиняешь им боль. И если ты будешь осознанно причинять животным боль, то ты понесешь за это кармические реакции». И он начал объяснять ему, какие реакции получает человек за осознанное причинение боли животным. И поскольку Мригари очень внимательно слушал, его это очень сильно обеспокоило. Он спросил: «Как мне избежать всей этой боли?» So it's the same principle. Вот такой же принцип и здесь. When you cause pain to somebody else, willfully cause pain, you will have to get pain back. Если вы осознанно причиняете кому-то боль, то вам придется испытать эту боль, ту же самую. By half killing animals with arrows. Будь то боль, причиненная животным, убивая их наполовину. Or by hurling insulting words. Cause pain to someone else. Будь то боль, причиненная оскорбительными словами. If you intentionally say something to cause pain, there will be a reaction. Если вы специально, осознанно говорите что-то, чтобы причинить кому-то боль, придут реакции. So, not sure why. Не помню, почему я начал говорить. Enemies. We're speaking about enemies. Враги. Мы говорили о врагах. We're saying that a devotee never has enemies because the devotee never does anything. Мы говорили, что у преданного нет врагов, потому что он никогда не делает ничего, чтобы спровоцировать вражду. И если преданный никогда не делает ничего, чтобы спровоцировать вражду, и при этом все равно кто-то считает его своим врагом, это значит лишь то, что причина тому в зависти в сердце этого человека. И Прабхупада объясняет это учение Господа Капилы. Итак, Прабхупада пишет: даже если преданные падают, они все равно обладают достаточной силой, чтобы шествовать по головам своих врагов. Мы на собственном опыте убедились, что движение сознания Кришны много противников, таких как депрограмматоры. Прабхупада написал этот комментарий в конце 70-х. Сколько я помню, в 77-м. В то время мы защищались в суде от депрограмматоров, которые подали на нас иск.
Никто из вас не сталкивался с этим, насколько я знаю. Но в Америке это происходило. И я очень много с этим сталкивался. Моя мама и отчим уже собирались нанять депрограмматора, чтобы депрограммировать меня. Они обсуждали это и планировали. И мой сводный брат позвонил мне и предупредил меня об этом. Но они так и не сделали этого, не получилось. Но в то время было очень много вот таких депрограмматоров. Они боролись не только с нашим движением, но и с другими так называемыми НРД, новыми религиозными движениями. И они похищали преданных. Возили их далеко-далеко от храма. Связывали их в комнате. Лишали их сна. They would not give them any food except for meat. Не давали им никакой еды, кроме мяса. And they would try to do so many things to get them to change their ways. И всяческими способами пытались изменить их и переубедить их. Very successful with devotees, therefore we were called we were known as the most dangerous movement. И обычно у них ничего не получалось в отношении преданных, поэтому наше движение считалось самым опасным. Because they discovered that devotees were very expert. Они обнаружили, что преданные были очень искусны. В том, чтобы создавать видимость того, что их уже депрограммировали. И тогда они развязывали их. И как только преданные были на свободе, они сразу давали дёру. So many devotees came back. Так много преданных вернулись. And therefore, they were always worried about the members of the Krishna consciousness movement. Поэтому их все время больше всего беспокоили члены движения сознания Кришны. They called members of the Krishna consciousness movement. They had a name for them. У них было имя даже для нас. They were called lifers. Они называли нас пожизненными. Lifers meant, I don't know, is it translatable? Не знаю, можно ли это перевести? Невозможно с ними ничего сделать. Пожизненно, на всю жизнь они такими останутся. Невозможно было их депрограммировать. И вот Прабхупада говорит об этих депрограмматорах. We have actually seen that our Krishna consciousness movement has many opponents, such as the deprogrammers. Мы на собственном опыте убедились, что движение сознания Кришны много противников, таких как депрограмматоры. Who instituted a strong legal case against the devotees? Которые подали на преданных в суд, предъявив им серьезное обвинение. We thought that this case would take a long time to settle. Мы думали, что на разбирательство этого иска уйдет много времени. Но поскольку преданных защищает Верховный Господь, мы неожиданно выиграли дело за один день. И не буду даже начинать эту историю рассказывать. Но за этим комментарием стоит целая история. Хотите услышать ее? Так или иначе. It was a court case. Это было судебное разбирательство. С двумя преданными, вернее, их родителями, которые хотели депрограммировать своих детей. Bring the Hare Krishna movement to court for brainwashing. По сути, они пытались подать на преданных в суд за то, что те промывают людям мозги. Prabhupada said they were preparing for the case.
И преданные готовились к разбирательству. И Прабхупада сказал преданных, преданным, пусть они подают нас на суд. Мы придем, мы принесем все свои книги. И пусть они прочтут все наши книги. И дальше он также сказал, да, мы промываем мозги. Мозги такие грязные, их надо промыть. Но мы не делаем это так, как они думают. На самом деле это у них промытые мозги. У них в мозгах коровий навоз. И их нужно промыть, поэтому пусть читают эти книги. Но в любом случае Прабхупада в этот момент был в Индии, а судебное разбирательство шло в Америке. Мы выиграли это разбирательство. И судья написал в своем постановлении. В самом начале своего постановления он написал, движение сознания Кришны – это авторитетное религиозное движение, корнями уходящими в древность на 5000 лет. И причина, по которой я знаю так много об этом разбирательстве, то, что я был в еще одном судебном разбирательстве. И мне нужно было быть свидетелем. Но это другая история, не буду ее рассказывать. О Господе Нарасимха Деви, да. Но на самом деле вот это второе разбирательство, это тогда, когда судья отверг все обвинения, снял их с нас. В тот раз в суд подала девушку, которая жила в храме до этого. И меня позвали в качестве свидетеля, потому что я в это время тоже жил в храме. И наш адвокат предупредил меня, будьте очень осторожны, они попытаются вывести вас из себя, но вы не должны злиться. Они будут насмехаться, издеваться, но ни при каких условиях не злитесь. Ничего не бойтесь, я защищу вас. So as I was sitting in the witness stand, и вот я сидел на скамье свидетелей, my name is Mr. Swami. И меня звали господин Свами, мистер Свами. Это было очень длинное разбирательство, длинный допрос. Но один из отрывков был особо насыщенным, накаленным. Это когда они подняли изображение Господа Нарасимхадева. Да, вот это изображение. Как раз вот это. И вот меня спрашивают, мистер Свами, а кто это? И я сказала, это Нарасимхадев. А кто этот Нарасимхадев? И я сказала, это воплощение Верховной Личности Бога. И сказали, о, это ваш Бог. An incarnation of the Supreme Lord. He's not the original form, but he's one of the incarnations of the Supreme Lord. Oh, he's
Я сказал, ну это одно из воплощений, это не изначальная форма, но да, это одно из воплощений Верховного Господа. И они сказали, о, так это воплощение Бога, то есть вы поклоняетесь этой форме. Я знал, что они знают, что у нас на алтаре стоит это изображение. И я поэтому сказал, да, у нас стоит это изображение на алтаре. Мистер Свами. А что это у него на шее? I remember the words of the lawyer. Keep your cool. Я помнил наставление адвоката оставаться спокойным. I said, those are intestines. И я сказал, это кишки. Intestines. Кишки. What are they doing around his neck? А почему они у него на шее? I said, well, I can't remember what I said. Не помню, что я тогда ответил. А чьи это кишки? Я сказала, они принадлежат Хираньякашипу. А кто такой Хираньякашипу? Вот этот человек, который лежит у него на коленях, это Хираньякашипу? Yes, that's Хираньякашипу. Да, это он, Хираньякашипу. Oh, so he took the intestines out of Хираньякашипу and wore them around his neck as an ornament. Is that right? Так что он, значит, вынул кишки из Хираньякашипу и обвил их как украшение вокруг своей шеи, правильно, мистер Свами? Нужно понимать, при этом сидит 10 человек жюри. Большинство из которых домохозяйки. Я не помню, что я ответил на то, почему у него на шее кишки, но дальше он спросил. Мистер Свами. А кто этот маленький мальчик? Его зовут Прохлад. Он сказал, мистер Свами. What is the relationship between that little boy and this man on your God's lap? В каких отношениях состоит этот маленький мальчик и мужчина на коленях у вашего Бога? It's his son. Я сказал, это его сын. Oh, it's his son. А, это его сын. Mr. Swami. Мистер Свами. And why is he smiling? А почему он улыбается? Я сказал, он счастлив видеть своего возлюбленного Господа. Но его папа убивает. Почему он улыбается? И все это продолжалось. Весь этот допрос адвоката со стороны обвиняющего. И я сидел и пытался оставаться спокойным. И что они пытались сделать? Они пытались убедить жюри, что мы учим людей убивать своих родителей. And this was the evidence. И вот это было доказательством. Because Prahlad was so happy to see his father dead. Потому что Прохлад был очень счастлив, что его папу убивали. Anyways, it all worked in our favor. Но на самом деле все это нам потом на руку было. It all worked. Because... А что дальше произошло, когда... Ваш адвокат уже мог защищать вас и тоже задавать вопросы вам. Я расскажу вам, что произошло, это другая часть истории.
What happened during the cross-examination is it never happened. Что произошло во время того, когда адвокат уже защищал нас, это никогда так и не случилось. Because the lawyer cross-examining me was Balavanta. Потому что адвокат, который должен был защищать меня, это был Балаванта. Он был адвокатом. He's also GBC. Также он был GBC при этом. So the prosecuting lawyer had a sidebar with the judge. И поэтому адвокат со стороны обвиняющего поговорил с судьей. You know what the sidebar is? When the two lawyers come to the judge and they talk to the judge and they have a discussion, it's not part of the court documents. Так бывает, когда два адвоката подходят к судье, и они обсуждают с ним что-то, и это все происходит вне разбирательства, не задокументировано. And the prosecuting lawyer convinced the judge that I would say anything because I'm indoctrinated to do whatever the GBC tells me to say whatever the GBC tells me to say. И адвокат со стороны обвиняющего убедил судью в том, что я запрограммирован, буквально подписан делать то, что говорит GBC, поэтому я скажу то, что он захочет. He'll give an answer. He'll only answer what he knows the GBC wants him to say. Он сказал, этот мужчина, то есть я, не будет давать вам честный ответ, он будет говорить только то, что GBC хочет, чтобы он сказал. Поэтому судья исключил Балаванту из судебного разбирательства, поскольку он был GBC. И он так и не защитил меня в этом допросе. Но там был другой адвокат потом, в следующем допросе. Completely thrown out because it happened in the state of Massachusetts. На что произошло в конечном счете, этот иск полностью закрылся, поскольку все это происходило в штате Массачусетс. И Массачусетс исторически известен тем, что там были гонения на ведьм. They used to have court cases, trials to put witches on trial. They called witch trials. Там были судебные разбирательства против ведьм, и это называлось гонением на ведьм. Но Массачусетс – это очень либеральный штат. Он очень сильно защищает религию. Мы проиграли дело в этом суде. И когда мы подали апелляцию, the state Supreme Court said, no, we want to take this court case. Государственный Верховный суд сказал, нет, мы хотим взять это дело. So it went from the appeals court directly to the state Supreme Court. Поэтому из апелляционного суда это дело перешло сразу же в Верховный суд. They took the case, deliberated on it. Они взяли это дело, поразмыслили над ним. And it was their conclusion, you can't put religion on trial in our state. И пришли к выводу, мы не допустим того, чтобы в нашем штате put a religion on trial. Совершались гонения на религию. And they threw out the whole brainwashing. Они полностью отменили все это. So that's what happened. Вот что произошло. Сняли все обвинения с нас. So, anyways, we had opponents. В общем, так или иначе, у нас были that's противники. Вот об этом Шрила Прабхупада говорит. В нашем движении было много противников. И вот здесь вот Шрила Прабхупада говорит, что на разбирательство этого иска мы думали уйдет много времени, но мы выиграли дело за один день. So, Prabhupada says, thus a case that was expected to continue for years was settled in a day because of the protection of the Supreme. Personal God who was promised in Bhagavad Gita, Kanti Apratijani, Hinayakananda Bhakta Pramushati. Так, дело, которое вполне могло затянуться на долгие годы, благодаря защите Верховного Господа, было решено за один день. Ибо Господь сам обещает Бхагавад Гите, Канте и Апратиджани, Хинами Бхакта Пранашити, о сын Кунти, смело заявляя каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Я не буду весь комментарий читать. Прабхупада использует это как пример того, что Господь защищает своих преданных.
Protected from the hands of their enemies. Защищает их от рук их врагов. Krishna will always protect the devotees so they can traverse over the heads of their enemies. Кришна всегда будет защищать своих преданных, чтобы они могли шествовать по головам своих врагов. But he's specifically speaking about those devotees who love him. Но он говорит здесь о преданных, которые любят его. Devotees who are attached to you, you will always protect them. Преданные, которые привязаны к нему, он всегда будет защищать их. So I definitely don't know how I got into the whole court case thing. Part of the purport. Я не знаю, как меня понесло в эту сторону судебных разбирательств, но это было в комментарии. Было еще очень много других судебных разбирательств. Но в конечном итоге всех их призвали к ответственности, всех этих людей, которые похищали преданных. Практически всех их посадили в тюрьму. Прабхупада говорил о нашем движении. He said, first they will ridicule us. Сначала они будут насмехаться над нами. Then they will persecute us. Затем они будут преследовать нас. And then they will adore us. И затем они будут уважать нас. Adore? И восхищаться нами. So that's who during those were during the persecution years. Вот в те годы они преследовали нас. Specifically speaking about establishing Krishna consciousness in the West. Если говорить о становлении сознания Кришны на Западе. Я помню годы, когда над нами насмехались тоже. Не буду говорить сейчас об этом. У кого-нибудь есть вопросы? Здесь мы не забудем о матушке Ише. У меня есть видео. У тебя есть это видео. We went in to visit Mother Isha. Мы пришли навестить матушку Ишу. And the lady asked Mother Isha. И преданный спросил ее. Is this her chanting? Yeah. Она здесь воспевает? No, it's Шьямарупа. Это был Вайшешика Прабу? Нет, Шьямарупа. Ниранджана Свами навещал вас на днях. Помните, он приходил на днях? Помните Ниранджана Свами? Он на днях приходил. Вы держали его за руку. Он говорил «Кришна и Радха». Помните? Он был так счастлив видеть вас. Очень счастлив. Он часто думает о вас. Мы все думаем очень много о вас. Мы все думаем, как там матушка Иша? Она будет петь там дальше? Да, она дальше будет там петь. Помните, что Прабхупада нам принес? Кто-то другой кричит на фоне. Можете спеть нам Харе Кришна? Спойте, пожалуйста.
Klausimas. Paruskai можно? Да. Вы переведете? Владимир. Господь Читание Шиштарники говорит, Намама Кали Бахудзаджи за Сара Шакти, Сатара Питания Митас, Марами Накала, это Бешита Васипа, Дурдаева Мама Кирилла. В общем, он говорит, что я настолько, ну, почему Господь Читание говорит о Святом Имени, что так бы перечисляет все его достоинства и привлекательные качества, но потом говорит, что я несчастен, что не привлекает меня, то что это за настроение, что этим Господь Читание хотел сказать для, ну, обычных душ? So Lord Chaitanya, he mentions all the glories of the Holy Name, and then he says that, but I'm not qualified to do it, so who does he want to say with that? What is the message he has for the conditioned souls? The message he wants to say is that he's teaching what real prema, what real love of Krishna is. Послание, которому он хочет научить, обусловленные души, он учит, что такое према. Тот, у кого есть према, никогда не думает, что у него есть достаточно любви к Кришне. Никогда не думает, что он совершает достаточно служения Кришне. Никогда не чувствует себя достойным милости Кришны и квалифицированным. Таковы качества, симптомы премы. Это называется дания, крайняя степень смирения. Проявление дании в том, и это неотъемлемое качество премы, что преданный чувствует себя очень падшим, низким, никчемным. Although externally, all his qualities demonstrate that he's on the highest platform. Несмотря на то, что внешне все его качества указывают на то, что он находится на высочайшем уровне, то есть он учит нас смирению. Преданный всегда должен считать себя ниже травы на улице, соломы на дороге. Должен быть лишен всякого чувства гордости. Он никогда не думает, я достоин, я квалифицирован. В этом его квалификация. Не квалифицирован, не достоин милости Кришны. Никогда не думает, о, я столько сделал для Кришны, я достоин получить вот это взамен. Это было бы его дисквалификацией. Trying to push themselves forward. Господа Читания очень сильно привлекают те преданные, которые не пытаются продвигать себя вперед. He doesn't forget them. Он о них никогда не забывает. Just like we gave the example of Maharaj Ambarish. Как пример, который мы приводили, Махараджа Амбариша. Было сегодня утром лекции. He didn't push himself forward. Но он себя не проталкивал вперед. He didn't even think himself to be worthy of being protected. Он даже не считал себя достойным того, чтобы его защищали. Он не попросил об этом, не попросил о защите. But he was so dear to Krishna. Но он так дорог Кришне. Even though he felt himself to be totally unqualified. Несмотря на то, что он чувствовал себя полностью недостойным. Externally, all his qualities were obvious to anybody who knows the characteristics of a Vaishnava. Но внешне все его качества говорили о том, что он величайший вайшнав, это могли видеть все, кто знает качество вайшнава. Господь Читания говорит сам о себе, у меня нет никакой любви к Кришне. Он говорит, если бы у меня была любовь к Кришне, то я бы уже не жил в этом теле. И тот факт, что у меня есть это тело, говорит о том, что у меня нет любви к Кришне. Вот этому он пытается нас научить. Самое важное качество – это дания. Дания означает чувствовать себя падшим, никчемным, недостойным. Хотя
Несмотря на то, что внешне видно, что он очень квалифицированный, это могут видеть все, кто знает качество Вайшнава. Но внутренне преданный так не считает, не думает так о себе. Как мы говорили в воскресной лекции, я говорил об этом как раз таки, я очень много об этом говорил. Я приводил пример Харидаса Такура. Как Харидас Такур чувствовал себя недостойным милости Господа Чайтаньи. Потому что он считал, что никогда не помнит Господа. И Господа настолько покорили качества Харидаса. Он сказал: «Харидас, ты заточил меня в своем сердце, я теперь узник в тюрьме твоего сердца. Я никогда не покину твое сердце». Его настолько притягивают эти качества. Поэтому, когда Санатана Госвами дает определение Дании, Брихад Бхагаватамрите, он говорит, что разумный человек будет всячески избегать прославления и проявления почета в свой адрес. Он всегда чувствует себя падшим и никчемным и всегда пытается избежать всего, что заставит его думать, что он квалифицирован. И именно это привлекает внимание Кришны, приковывает его внимание к этому преданному. И Господь Чайтанья учил этому: у меня нет никакой квалификации, я недостоин. Мы также должны думать тоже: у меня нет квалификации. Тот, кто искренне думает: у меня нет никакой квалификации, наиболее квалифицирован для обретения милости. В этом его квалификация. Потому что он понимает: я не могу ничего достичь своими собственными усилиями, своими качествами. У меня есть одна единственная надежда, что однажды, может быть, ты будешь милостив ко мне. Господь Чайтанья — это Патита Павана. Он пришел, чтобы дать освобождение самым падшим. Он пришел, чтобы возвысить тех, кто являются самыми падшими и знают об этом. Пришел возвысить тех, кто являются самыми падшими и знают, что они самые падшие. Можем провести небольшой киртан?